Компания Vivo представила смартфон Vivo X30 Pro. Экран X30 Pro построен на матрице Super AMOLED с разрешающей способностью 2400 на 1080 пикселей. Диагональ 6,44 дюйма. Сканер отпечатка пальца интегрирован в дисплей. В верхней части дисплея есть точечный вырез для фронтальной камеры, диаметр которого всего 2,98 мм. Смартфон Vivo X30 Pro построен на аппаратной платформе Samsung Exynos 980. Нестандартный для бренда выбор. Телефоны Vivo обычно комплектуются чипами от Qualcomm. Но от Snapdragon по какой-то причине отказались. Либо Exynos дешевле, либо все дело в интегрированном модеме 5G, который в линейке Snapdragon появился совсем недавно. И пока только в одном чипе. В Exynos 980 интегрирован модем, который работает в 4 и 5G сетях. Максимальная скорость скачивания достигает 3,55 гигабита в секунду. Vivo X30 Pro переключается между источниками сигнала Wi-Fi, 5G и 4G, чтобы скорость соединения была максимальной. За обработку графики отвечает Mali G76 MP5. Оперативная память 8 ГБ. Установленные накопители емкостью 128 или 256 ГБ. Основная камера на 64 плюс 8 плюс 13 плюс 32 мегапикселя. Фронтальная камера на 32 мегапикселя. В нем установлен аккумулятор емкостью 4350 мАч. Поддерживается быстрая зарядка от адаптера питания мощностью 33 Вт. Зарядное устройство подключается к телефону через Type-C. На верхнем торце смартфона есть разъем 3,5 мм для подключения наушников. Поддерживаются все протоколы беспроводной передачи данных, включая NFC. Работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie. Толщина 8,8 мм при весе 199 грамм. Выпускается в трех цветах – черный, голубой и розовый. На канале можно узнать о новинках, готовящихся к выходу или поступивших в продажу. От флагманов до бюджетных гаджетов. Большинство роликов выходит первыми в русскоязычной версии. Подпишись и узнай первым.